Каждый день в лагере «Улыбка» начинается с зарядки. Нехитрые упражнения позволяют сбросить остатки сна и зарядиться положительными эмоциями на целый насыщенный день. А после зарядки ребята разделились на две команды и показывали свое мастерство в разных конкурсах. Ловкость и быстрота здесь были особенно необходимы, но решающими навыками стали сплоченность и организованность. А надо аккуратно вылить воду, не только нанести, но и вылить. Сейчас на смене в лагере отдыхает больше 50 человек. И чтобы совместный досуг приносил только радость и удовольствие, вожатые лагеря каждый раз придумывают что-то новое. У нас лагерь направлен на оздоровление, на поднятие настроения ребятам, чтобы доставить ребятам удовольствие, научить их коммуницировать между собой, потому что в любом случае досуг, ну как бы праздник, это взаимовыручка. На эту смену у ребят запланирована программа с поездками и обширной культурной программой. У нас тут запланировано очень много мероприятий. Сейчас наша смена только началась. Прошло мероприятие первое про День здоровья. Будет экскурсия в пожарную часть, мы сегодня пойдем. И вообще у нас запланировано очень много экскурсий по городу. Мы будем ходить в историко-культурный центр, в библиотеку, в кинотеатр «Искру». Первый день в лагере «Улыбка» прошел удачно. Ребята получили массу положительных эмоций и впечатлений. Сегодня они пошли домой в хорошем настроении, чтобы вернуться сюда завтра полными сил для новых свершений. Инга Янчук, Евгений Бех, Максим Константинов. Видное ТВ.